Варвара Кравчина заняла в нынешнем сезоне третье место на мемориале Панина Коломенкина, преодолев отметку в 200 баллов, да и вообще очень достойно смотрелась на этом этапе. Ученица Сергея Давыдова представляет ЦСКА и сейчас уже готова покорять пермскую публику. Саундтрек к фильму «Сибирский цирюльник». Да, очень серьезные девочки присутствуют на этом соревновании, и это мы еще не добрались даже до сильнейшей, не то что разминки, до сильнейшей половины. По итогам короткой программы. У Варвары первый этап в нынешнем сезоне, и она показывает, что вполне способна бороться за самые высокие места, при том, что эта фигуристка совсем еще юная. Ей всего лишь 12 лет, 13 исполнится ближе к концу сезона, к 28 марта, день рождения у этой фигуристки. И вот смотрите, как милый зайка становится подарком для Вари после очень успешного проведения этапа Кубка Федерации в Перми. Можно много дискутировать относительно того, что столь юным спортсменкам не просто выкатывать сложную музыку, но мы только что с вами видели произвольную программу
в исполнении Ирины Мегалени под второй концерт Рахманинова. И здесь, да, «Сибирский цирюльник» тоже, скажем прямо, не самое легкое развлекательное произведение. И музыка тоже такая, может показаться немножко даже гнетущая. Но если спортсмен справляется, справляется, ему удобно и комфортно кататься, вполне имеет место и такое выступление, и такой выбор музыкального произведения. Во всяком случае, заметных глазу ошибок было всего ничего у Вари. Единственное, на что просят члены техбригады обратить внимание, это на толчковое ребро при исполнении каскада тройного устроенный тулуп, ну и, собственно, на недокрут на тулупе. А так все остальное очень здорово, очень четко, и никаких больше других вопросов у арбитров не возникло. Именно на первую позицию сейчас перемещается ученица Сергея Давыдова. Почти 180 баллов она получает по сумме двух дней соревнований. И лучший результат по произвольной тоже показывает 122,78.